Ну, а ми зараз будемо до зірок звертатися, тому що з нами на зв'язку зараз буде астролог Олена Корчевська. І саме з нею будемо спілкуватися на тему того, як взагалі проводити цей день, які є особливості, чи є якісь знаки, які можна поєднувати, є, може, якісь не судилося бути разом. Олена, доброго ранку і вітаємо вас з днем усіх закоханих. Доброе утро, поздравляю всех с Днем влюбленных. И, конечно же, пускай у каждого в сердце живет любовь, и это самое приятное чувство. Так, звісно, давайте трохи про сьогоднішній день, сам про 14 лютого. Що нам очікувати сьогодні? Волшебным образом сложился сегодняшний день, потому что два небесных любовника, Венера и Марс, это мужское и женское, соединились и сделали приятные аспекты к другим планетам успеха, удачи, неожиданностей. В общем, все совпало и на небе, и на земле. Любовь правит нами. Ну, а це чудова новина. Будемо сподіватися, що це буде розповсюджуватися абсолютно на всі знаки і абсолютно на всіх. Іноді, коли читаєш якийсь гороскоп чи якісь астрологічні прогнози, то звертаєш увагу на те, що іноді говорять про те, що є знаки, які можуть бути разом, а є ті, які зовсім не поєднуються між собою. Це так? Частично да. Ведь солнечный знак обрисовывает нашу мотивацию и взгляд на социальную жизнь. И, конечно же, со временем пары становятся социальной ячейкой, и здесь уже проявляются наши мотивации по жизни, и могут совпадать или нет. Но помимо солнышка, солнечного знака, у нас еще есть и планета Венера, и Марс, и Юпитер, и Сатурн, и Меркурий, который является таким, знаете, романтиком, и Луна. И все эти планеты создадут в итоге совместимость или противостояние по отношению друг к другу. Знаете, может совпасть пара по взглядам на секс или по взглядам на то, как вести домашнюю жизнь, а в чем-то в другом не совпасть. И здесь наступает вопрос развития и работы над отношениями. Очень важно всегда работать именно над тем, что сложно дается. В этом вкусности и прелести отношений. Але можемо сказати, що це не вирок. Тобто є дійсно якісь знаки, які не поєднуються зовсім. Да, можно так рассуждать, но это не категорично. Давайте так, это 50 на 50. Вот можно сказать, что в этом есть 50% правды, но все-таки другие 50 могут побороть те негативные 50, которые складываются. Ведь именно любовь является самой большой мотивацией для каждого человека. И если она будет выше других установок, что ли, убеждений, то всегда отношения можно построить. Чи є у астрології якийсь ідеальний час для знайомства, коли все складається максимально позитивно? Да, конечно. Мы не раз с вами говорили о ретроградности Меркурия. И именно эта планета Меркурий знакомит между собой людей. Это планета романтики, неожиданных встреч, общений, свиданий. И сейчас, в День влюбленных, планета Меркурий находится в приятном для себя знаке Водолея, соединение с точкой ангела. Ну, то есть даже ангелы будут помогать нам встречаться друг с другом и создавать пары. Ну, а це чудова новина, але ж все-таки сидіти вдома не можна в цей день, так, я розумію? Навіть якщо ти без пари, для того, щоб зустріти свою другу половинку. Ну, навіть в Одесі говорять, да, що під сидячий камінь вода не тече. Дуже важливо піднятися, дуже важливо одягнутися поярче, дуже важливо показати, що ви в пошуку пари. Дуже важливо, щоб очі світились. И встречались друг с другом, отвечали друг другу улыбками. И самое главное, важно отойти от каких-то прежних «нравится, не нравится», «вот я так вижу только» или «так вижу только». Важно в этот день дать пространство, ну, наверное, миру, сделать вас счастливыми. Ну, а для этого, да, надо выходить, бывать где-то в приятных местах. Так, а ми зрозуміли відносно 14 лютого, що сьогодні так склалися планети, що можна знайти свою другу половинку. Якщо у когось сьогодні не вийде, які ще дні, на які можна полагатися і які розглядати?
Ну, такое соединение Венеры и Марса будет на самом деле до 5 марта. То есть у нас еще, ну, практически даже 8 марта будет захвачено такими, да, такими энергиями. И планета Меркурий еще будет целых 20 дней находиться в Водолее, где она прекрасно знакомит в коллективах, в сообществах, да, создает пары. Но я хочу сказать, что, знаете, вот, чтобы найти иголку в стоге сена, нужно приложить усилия. Очень важно воспользоваться каждым днем. У каждого будет своя точка, место и времени встречи. Но если мы достаточно активны будем в ближайшее время, да, и вот с таким... Ну, вот мне очень важно еще донести, что это время откровенных и честных чувств. То если идти с такими намерениями, то обязательно можно встретить свою любовь или улучшить отношения в паре. Так, давайте для тих, хто у парі, поговоримо. Бувають дійсно іноді такі випадки і такі періоди, особливо це стосується і свят в тому числі, коли один на одного ображаються. Кому з знаків зодіаку треба звернути увагу саме ось на цей період і коли він буде таким актуальним? Да, есть такие периоды, и, к сожалению, именно сегодня, 14 февраля, планета Луна, наши эмоции, наши впечатления находятся в оппозиции к, вот это, к Венере и Марсу. Это говорит о том, что любая эмоция, любая деталь может вызвать в нас ну, какую-то критику или желание подиктовать условия другому. И всегда начало разрушений в отношениях – это вот претензия. Претензия, недовольство, ожидание. Поэтому я предлагаю в ближайшее время, а это будет у нас примерно до пятницы, такая вот будет неделя, которая дает нам испытание нашим эмоциям. Контроль над эмоциями, умение не делать быстрых выводов, умение не критиковать других поможет и наладить отношения, и не испортить их. Скажіть, будь ласка, для тих, хто планує продовження роду у цей період, чи можна вибрати якийсь ідеальний проміжок часу для того, щоб далі планувати діточок? Я думаю, что сейчас період соединения Венеры и Марса – это прекрасное время для планирования детей. И знаете, вот говорят, да, вот… Точка сборки, да, вот точка сборки для судьбы, для внешности будущего человека сейчас очень хорошая. Да, такие периоды можно выбирать, нужно выбирать. Вообще подходить к отношениям, к зачатию нужно осознанно, тогда и судьбы наши будут более приятные и хорошие. Дякуємо. Є якісь загальні побажання на сьогоднішній день? Або на тиждень, який наступає? Всю неделю. Развивайте свой вкус к отношениям. Всю неделю развивайте свою чувствительность. Умение высказывать свои чувства, выражать их. Умение не быть удобными, но быть приятными. Всю неделю пространство нам будет помогать любить. А значит, если в вашей душе еще не проснулась любовь, то очень важно именно сейчас чинить эту нотку внутри себя. Любви, любви, любви всем. Дякуємо дуже, Олена, надзвичайною. Ми вас любимо, обіймаємо міцно. Хай любов буде з вами не лише до Святого Валентина, а кожну мить життя. Дякуємо дуже і долучайтеся. Завжди чекаємо вас з нетерпінням. Благодарю, благодарю. І даю вам те ж саме. Любов і приємні побажання.